В любом из нас крестьянин дремлет. Ну, в ком-то дремлет, в ком-то спит. Как нету леса без деревьев. Как нет деревьев, нет и леса. России нет без деревень. Сельские истории. Приветствую всех, кто сейчас вместе с нами. У микрофона любительница путешествий и знакомств Светлана Васильева. В поисках новых впечатлений на этот раз я отправилась в хорошо мне знакомый Дедовческий район. Хотя, если честно, это я так думала, что он мне хорошо знаком. На самом деле оказалось несколько иначе. Не доезжая до Дедовичей 12 километров со стороны Порхова, я свернула на деревню Вязье. Местный племенной завод с его полувековой историей я навещать не стала, а отправилась прямиком в усадьбу статского советника Николая Владимировича Спиридонова. Это, как оказалось, довольно большое имение, принадлежало ему с конца 19 века. Но здесь и по сей день можно увидеть остатки былого хозяйства. А хозяйство это, скажу я вам, было весьма значительным. Вот что о нем я нашла в интернете. При имении генерала Спиридонова было организовано экономическое хозяйство. Здесь находилась низшая школа молочного хозяйства и молочный завод, которые располагались в двухэтажном кирпично-валунном здании. Оно, кстати, сохранилось. А также молочная ферма для коров ярославской породы, молокозавод с отдельным цехом по производству сыра, мукомольная мельница, 1691 девятина земли с десятипольным севооборотом, кирпичные и черепичные заводы, сад и парниковое хозяйство. Вот такое огромное хозяйство было. На продажу же шли племенной скот, сыр, масло. Охлаждение молока при этом производилось грунтовыми водами. Это была самая передовая технология на молочных заводах в то время. Поступавшая из скважины вода не только охлаждала молоко, но и подавалась в дома, где были устроены и водопровод, и канализация. А сама водокачка работала до конца 60-х годов 20 века. При имении находится парк, где растет около 40 пород редких деревьев и кустарников. Кроме того, здесь когда-то был обустроен настоящий фонтан. Искусственные пруды со сложной системой сообщения воды использовались здесь не только для разведения серебристого карпа, но и для купания. Вода в верхние парковые пруды поступала из родников, из болотистой местности, где находилось парниково-огородное хозяйство. В имении трудились наемные рабочие. Они жили в специально построенных домах-общежитиях. На одну семью – одна комната. Да, стоит признать, это экономическое хозяйство когда-то было на высоте. Я прогулялась по парку, обнаружила тот самый уже не работающий и разбитый фонтан, обошла все строения, причем многие из них достаточно хорошо сохранились. Впечатлили и остатки кирпичной ограды усадьбы, художественная кладка и кованые ворота. Задрав вверх голову, увлеченный осмотром местных достопримечательностей, я чуть не сбила с ног местную бабушку. Она как-то, если честно, неожиданно появилась передо мной. Я, безусловно, извинилась, мы познакомились. Как выяснилось, мою новую знакомую зовут Баба Рая. Здесь, в Вязье, она живет с 70-х годов прошлого века. Многое помнит и знает, и уже за чашкой чая она обо всем мне рассказала. Первым делом Баба Рая заверила, что в деревне все живут дружно, скандалов и склок не бывает. У нас никто никогда не вредил, никто. У нас всегда как-то, я не знаю, дружно было. Никогда. Гулять ходили, даже в другие деревни гулять ходили далеко. И за 5 километров, и за 10 километров. Хотя свой клуб, а все равно носились, куда попало. Молодые, молодые были. Военное лихолетие и послевоенную нужду Баба Рая пережила, будучи ребенком. В те тяжелые годы, по ее словам, в Вязье люди друг другу помогали, поддерживали и даже спасали. В нашей деревне были дед с бабой, и они не то чтобы баба коров портила, как? А так вот портила коров. Мы после войны жили в избушке, нас в войну все деревни немцы сожгли, но без людей. А почему без людей? Потому что была забрана учительница по немецкому языку, наша русская учительница. Немцы ее забрали, ну, типа переводчика забрали. Вот. А она связалась с партизанами. Там же у нас, как были раньше в войну, может, слышали, что были полицаи русские. Полицаи были, работали на немцев. Но один работал, он как бы связной был. Вот на нас. А у нас партизанский край называется, что у нас было партизан много там. Ну вот. И вот эта учительница, она вот поэтому по связному передавала партизанам, когда будут жить в деревне. Она-то понимала по-немецки и передавала. И вот
перед ночью, как жечь деревни, накануне люди уходили в лес. Даже коров с собой уводили. Вот, уводили в лес. Вот на первом этаже была тетя Даша. Она с нашей деревни, но я ее не знала до Вязья, потому что она после войны, ее сюда переселили в Вязье, а до войны она там жила. И вот тоже рассказывала мне, что говорит, мы-то, говорит, ушли в лес и надели-то на себя самую плохую одежду, что в лес. А самую-то хорошую, раньше же не было шкафов, сундуки были большие, в сундуки самую хорошую одежду положили и закопали в землю. А одежда-то была сольна соткана, крепкая. Ну вот, а война-то длинная, они сгнили, а они-то голые босые бегали по лесу, потому что одежда-то оборвалась, носить-то было нечего, а туда-то не придешь, там немцы. А вот эти шпалицаи были, у них были деланы, шуб называется, такие, проволока такая крепкая, и они чувствовали, ну, раз деревенские, где закопаны эти сундуки-то, вот этим шупом, даже находили и воровали вот эти вот полицаи. Ну вот, а сами вот уходили в лес. И вот поэтому деревни сжигали, все, вот у нас два колхоза подряд, все деревни сожгли, все. А людей, ни одного человека не сожгли, что увели в лес. Вот благодаря этой учительнице. После войны у нас был голод. Вот здесь в Вязи, это был совхоз. Они жили здесь, получали деньги люди рабочие. Какие-то, хоть небольшие, но получали деньги. А у нас в колхозах деньги не давали. Они работали, как говорили раньше, за палочки. Вот, например, трудодень, там сколько, 7 часов, наверное, работали. В тетради палочку ставили, это трудодень. А когда 2 трудодня в день, по 14 часов работали 2 палочки, вот за эти палочки, а денег-то не давали. Если там были какие-то отруби, то отруби немножко давали людям на хлеб. Голодали прямо, ходили, шиндрики ели. А шиндрики это весной копали замерзшую картошку, как-то перетирали и пекли оладушки. Вот это еще я ела, хоть маленькая была, а помню, что эти мне шиндрики нравились. Потому что есть-то было нечего. Со временем, конечно, отстроились, наладили быт, работали, причем работали много, говорит Бабарая. Сама она трудилась в свинарнике. И там, как ни странно, происходили настоящие чудеса. 3 свинарника стоят в ряд. И на среднем свинарнике, когда я работала, 3 свинарки вот так вот. Я работала так на первом ряду, на втором и на третьем там работали. Ну вот, и стали мы подметать. И вот эта, которая на среднем-то ряду, она вперед ушла, я как-то сзади. И слышу я, вот прямо слышу, вот на этой середине, прямо на середине, вот разговор, и мужской, и женский, вот так громко-громко, потом еще громче, и потом раз и затихло все. Вот это я сама слышала. И там много чего происходит. То там вот работаешь, то в окна тебя кто-то зовет, кричит, а там нет никого. Вот много там такого. А почему там такое? Потому что там много расстреляно людей. Какую-то войну еще давно-давно. Не в отечественную, а еще раньше. Там сильно на этом месте много расстреляно людей. И вот там такие чудеса творятся. И на самом деле приходит бригадир. И она так облокотилась на клетку-то, где я работала. И потом раз резко повернулась. Я говорю, Зин, ты чего? А ты не слышала, я говорю. И не всем слышать-то дано. Она говорит, как распахнулись все двери. Такой топот, как затопали кто-то. Говорит, я думала, целая армия пришла. И резко прекратилась. И вот она слышала, а я в то время не слышала. И вот там вот такие вот чудеса у нас творятся. А чудеса творятся в Вязье, по словам Бабы Раи, не случайно. Это, говорит, так называемые приветы из прошлого. И их здесь можно не только услышать, но и увидеть. Это мистическое место. Я сама видела, как тебе назвать-то это. Когда люди умирали, а потом... Душа. Душу. Или как? Ну, типа привидения, не знаю я. У меня сын живет. Вот там уже видели, это такой половина красного дома, как бы это большой директорский дом раньше был, у меня там живет. И меня дед-то умерший, еще живой был. И внук, и я, и идем туда, к ним в гости. И они что-то со внуком остановились. И вот мы так повернули, вот так
Около конторы там есть тропинку туда, на эту площадку. И там раньше был этот фонтан. И еще до фонтана не доходила, я впереди шла. Там с внуком там забаловались. А я вот так смотрю, а там тропинку так проходит. Мимо фонтана вот так туда. Не пойму, что ж такое. Девушка. Красота у нее такая. А главное, кусты такие, я забыла, как они называются, беленькие метелки, вот цветут, но они же высокие, а это уж и метелок, но не может быть человек такой высокий. Думаю, на велосипеде кто-то поехал, я-то так подумала. И я отвлеклась, на них отвлеклась, если б я не отвлеклась, я бы лучше разглядела. А это вот белая девушка во всем белом и белая фата, вот так полетела над этим, по этой тропинке, вылетела на прогулку. А вот эти дома графские, там то ли убита была девушка, то ли, ну, не знаю, что она, то ли захоронена не было, может, отпета в церкви не было. Вот и рассказывали, что она и по парку гуляет, и сейчас дома. Многие не верят, а я-то своим глазом видела. Никаких привидений в Вязи я, конечно, не увидела. А парк, по которому эта девушка-привидение летала, было искренне жаль. Хотя раньше, в советское время, как утверждает Бабарая, за ним ухаживали. И фонтан тоже долгое время работал. Он был в рабочем состоянии. Он работал всегда, фонтанчик. Ну вот, я помню, его собелили, его к праздникам, и что-то давно к праздникам его открывали, фонтан этот. Я его сама белила, красила, там убирала. Ну вот. И дорожки всыпали в этом, в парке. Парк убирали. Ну, парк это сейчас не убирают. Я не знаю, школьники убирают или нет. А раньше и рабочих, в каждому была делянка выделена, кому, какому цеху, какой участок убирать. Так что было чисто-чисто в парке. Надо сказать, что в Вязи я приехала накануне Ивана Купала. На мой вопрос, празднуют ли в деревне этот праздник, баба Рая, не задумываясь, утвердительно кивнула и ударилась опять в воспоминания. Иван 7 июля, вот в нашей деревне. И 2 августа Илья. Вот. Называли ярманки, раньше называли. Столько людей собиралось, и знакомые, и родственники, и ходили по деревне. С гармонией ходили по деревне. Много людей все собирались. На Иван, моя бабушка, я-то еще маленькая была, на Иван ночью она сидела около окна и смотрела в окно. Смотрела в окно, и кого-то она видела, вот она рассказывала. До 12 часов ночи. То кот большой какой-то прошел, то какая-то сова большущая пролетела. Вот это она рассказывала. Вот такими открытыми, словоохотливыми, внимательными друг к другу и к своей земле оказались жители деревни Вязи. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что рассказать, звоните мне по телефону 62 92 90, обязательно пообщаемся. А ваши сельские истории станут частью истории нашего родного края и, конечно же, нашей программы. А прямо сейчас по традиции звучит песня. Сегодня она для всех жителей деревни Вязи Дедовичского района. А я прощаюсь, через неделю расскажу еще одну сельскую историю.